Яндекс News. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Пятница, вечер, и бывший мэр Риги Олег Буров у нас в студии, один из лидеров чести служить Риге. Добрый день. Добрый. Начнем, может быть, с новости последних дней. Она касается вашего возвращения в Совет Рижского международного автовокзала, так это называется на русском языке. Действительно, такое предприятие, которое, я думаю, известно каждому рижанину, я даже думаю, каждому жителю Латвии, который хотя бы раз пользовался вот этими межгородскими или международными автобусами. И это действительно старейшее такое предприятие. В прошлом году 55 лет исполнилось. Вы вернулись в Совет и даже были избраны председателем Совета. Может быть, мы и начнем вот с этого международного автовокзала. Что это такое? Что это для рижан ваше назначение? И вообще, какие планы? Что для рижан мое назначение, это, может быть, так слишком громко звучит, но если говорить обо мне, я был членом совета автовокзала на протяжении 10 лет, с 2009 по 2019 год, потом я ушел, когда был избран вице-мэром, поэтому вице-мэр, если ты вице-мэр или мэр, ты не можешь быть членом каких-то советов, исключение было только по порту, в других каких-то структурах так не мог находиться, поэтому неизвестно, сколько я буду там, учитывая, что через 2,5 месяца выборы. Но если мы говорим сейчас о настоящей работе, что очень важно, да, если вообще говорить про автовокзал, он обеспечивает как международные перевозки, автобусы, это разные фирмы, но они приезжают именно на конкретное место, на автовокзал. Вот это то место, куда они уходят и приходят. И местные, республиканские, региональные перевозки. Что важно сейчас, это проект, который называется Rail Baltic. Почему? Потому что этот проект касается автовокзала. Планируется часть территории для строительства, для железной дороги отнять у автовокзала. И в то же самое время ликвидировать часть насыпи до улицы Конго, от начала, от Прага с улицы, да, и, в принципе, вот вначале говорили о том, что вообще там автовокзала не место, его нужно куда-то перенести, и даже, было видно, что и руководство Рижской думы не сильно как-то... Хочет защищать, да? Хочет защищать, и я забыл сказать, что вообще структура автовокзала, это считается закрытое акционерное общество. Там 25% принадлежит одному физическому лицу, который уже давно является владельцем. Ну, фактически инвестор. Господин Сергей Сердюков, да, и с которым я был членом совета вместе. Вот он и как физическое лицо выдвинул тоже не только себя, но и меня на эту должность. Еще одним юридическому лицу частному принадлежит, и остальное принадлежит дочернему предприятию Рига Сатекс. Рига Сатекс, по-моему, довольно, да. Рига Сатекс, абсолютно верно, да. Довольно такая тяжеловатая структура, да. Никакой исторической роли Рижской думы, Рижская дума не мешала, не помогала, ничего не делала, не софинансировала, да. То есть, в принципе, довольно такая во всех тех процессах, касающихся автовокзала, была так индифферентна, да. И есть примеры, где, да, автовокзал это в маленьких городках принадлежит, городах Латвии принадлежит самоуправлением, но здесь другая структура. И, как я говорю, на самом деле самоуправление сильно не защищало место, и было такое впечатление, что, в принципе, этот автовокзал никому не нужен. Его не поддерживало ни самоуправление, ни Министерство сообщения. Так было на протяжении каких-то лет. Сейчас, слава богу, ситуация изменилась. Когда мы начали говорить про Rail Baltic, тогда, когда я еще работал в Думе, мы собрали часть совещаний, и об этом мы в свое время, когда еще был мэром, говорили здесь у вас в студии. Мы подготовили наше предложение города, компании, это Европейские железнодорожные линии, Rail Baltic, тем, кто развивает от имени государства этот проект. Что мы хотим, чтобы, что нужно сделать для
Риги, чтобы на самом деле этот проект, это не были просто как железнодорожные пути, пересекающие город, и потом мы все ужасались, хотели как лучше, получилось как всегда. Вот автовокзал это касалось. Хорошо, что в итоге автовокзал вернулся на место. Скажу больше, вот эта насыпь, которая будет убрана, срыта, под ней будут тоже платформы для автобусов. Ну, это вот один из таких проектов, где очень важно совместная коммуникация, и сейчас мне просят встретиться и строители, переговорить с ними, как все это организовать работу, потому что Rail Baltic уже будут готовить и начинать в районе центрального вокзала. Строительные работы будут начинаться в конце этого года, в начале следующего, и конкретно около автовокзала начнутся в апреле следующего года уже полным ходом. Это один проект. Второй проект очень тоже важный. Автовокзал решил у себя, это будут кредитные деньги, построить гостиницу, еще одно здание. Сейчас я не могу сказать, 5-6 этажей, но, в общем-то, одно здание на этой площади перед главным корпусом, куда такси подъезжают, вот это то место. Построить еще один корпус. Сейчас происходит согласование, сейчас происходят различного рода работы, поэтому вот здесь тоже довольно много встреч, связанных и с этим проектом. Я думаю, что там гостиница будет востребована, и ну, сейчас смотрят просто, чтобы эта ситуация, она не ухудшила внешний вид, наоборот, могла его улучшить, потому что все-таки, если мы смотрим со стороны Старой Риги, Стокман, который построен, ну, он выглядит довольно тяжеловато, как такое строение, закрывает очень много, да, но здесь такого, конечно, не будет. Вот, вот это такие главные вещи. Мне много задавали вопрос, так, как тебя там, что выдвинул или Рига Сатекс, или этот Рига Сатсес. Нет, меня никто не выдвигал в данном случае из них, да, они потом, как я понимаю, поддержали мою кандидатуру, но я сам на заседании совета не был, потому что с телефонных звонков я узнал, что я избран, и ну, в каком-то этом конкурсе вот, его прошел, и члены совета, которые были на заседании, казалось, что они все были, они выбрали меня председателем. Ну вот, так что вот, вот такой рассказ. Да. Что касается Rail Baltic, раз вы упомянули, это проект государственный, не Рижской думы, но понятно, что она, что этот проект затронет столицу не только из-за того, что... Очень существенным образом. Нет, вот мы на слуху у всех, что вот будет эта насыпь знаменитая на улице Гоголя, вот эта удалена. Но я так понимаю, что очень много какие изменения должны произойти, и Рижская дума, ну, видимо, следующая уже должна будет подстраиваться и каким-то образом, не знаю, менять свои планы развития. Я могу еще раз повторить. Да, Абек, я могу еще раз повторить, я уже об этом говорил и в вашей студии неоднократно, но в данном случае это надо повторять и повторять. Для того, чтобы это не был просто проект железнодорожные пути, пересекающие город, потому что, будем говорить честно, ну что, в этом такой интерес, мы все там будем ездить на этом скоростном поезде, ну весь вопрос куда? У нас аэропорт не находится на таком большом расстоянии, мы на нем можем доехать или на автобусах, или на маршрутках, или на своей машине там, за минут 15, ну сейчас заедем там на несколько минут меньше, да, но в данном случае это не расстояние, не на расстоянии там 50 километров от города находится аэропорт. В то же самое время думать, что мы с вами в ближайшее время поедем на этом скоростном поезде до Берлина или Варшавы, но это, я думаю, на сегодняшний момент, мягко выражаясь, наивно. Думать, что это произойдет в ближайшее время. Поэтому важно, когда эта будет инфраструктура создана, и это все будет построено, важно улучшить состояние инфраструктуры городской, состояние, на самом деле, вот сделать вот всю эту среду, транспортное сообщение, больше таким дружелюбным, больше приспособленным для людей. И один из тех вопросов, вот когда мы говорим о насыпи, я рассказывал про автовокзал, ну, посмотрите, та часть Старой Риги, которая выходит вот 13 января, где идет трамвай. Она менее развита, она пустая, и это логично. Ну, перейдите пешком где-то, дойдите до улицы Конго, у вас будет первое препятствие перейти трамвай, потом вы должны будете перебегать быстро довольно активную улицу. Да. Да. И дальше, ну, вы попадаете в насыпь, ну, и там уже вы проходите и попадаете в сторону центрального рынка. Вот эта часть, поэтому эта часть Старой Риги, она не так сильно развивается. Там больше развалин, ну, она очень такая, удобное место, вот. Да. И, в принципе, ну, она выглядит абсолютно такой недружественной для пешеходов.
Вот в данном случае цель на самом деле здесь улучшить, сделать это больше как бульваром, более доступной, и тогда будет развиваться, соответственно, эта часть и центральный рынок, это будет все более привлекательнее выглядеть. Это первое. Второе. Нужно организовать движение по улицам Гоголя, Тургенева. Может быть, где-то сделать движение односторонним. Но, в принципе, вот это... Организация движения здесь, она очень важна. Еще очень важный такой узел, это в районе, это раньше было Мазокраста, сейчас это улица генерала Радзаня, да, по-моему, вот где въезд напротив рыбного павильона, там немножко дальше, где заканчивается спикер автостоянка, и вот въезд на автовокзал, вот этот узел, его нужно сильно перепроектировать, может быть, там сделать круговое движение, там же будет подъем на новый мост, на рампу, и очень важно, как все вот это будет делать. Вот, вот это тоже один очень важный узел. Поэтому таких моментов очень много. О чем я говорил много раз. Привокзальная площадь. Ее сейчас нет ни в каких объемах. Вот представьте, у нас будет новый современный железнодорожный вокзал. А мы привокзальной выходим, площади не будет. И попадаем... Ну, и мы приехали на электричке, все хорошо. Самое главное, что мы хотим? Мы хотим быстро пересесть в общественный транспорт, быстро сесть на другой транспорт, поехать дальше. А мы попадаем в то же самое. Вы выходите, вы видите зал игровых автоматов «Феникс», потом вам нужно идти под землю, идти куда-то, чтобы попадать на общественный транспорт. Абсолютно неправильно, абсолютно неверно. Общественный транспорт должен стоять около этой площади, и сразу же вы должны отправиться или в то, или в другое Конечно. Направление города. Кстати, я помню в советское время, что это подобное было. Да, когда было еще до 70-х годов. Да. И все начали отгадывать наш возраст. Радиослушатели. Ладно, будем выглядеть молодыми сильно, поэтому посмотрим будущее. Есть идея убрать насыпь и дальше. Вот такая улица Тимоте, это в сторону улицы Дзирнову за Меркурсом, гостиницей Меркур, и вот новым этим объемом, который Линстон построил, где магазины и бюро. Там тоже можно построить. И там запланировано, чтобы там был место для приезда, опять-таки, автобусов, но автобусов республиканских, региональных, чтобы туда подъезжал общественный транспорт, чтобы там подъезжали, туда подъезжали маршрутки, такси, велосипедисты, стоянка для велосипедистов, электроскутеры, значит, это заправка. Будет вообще? Или это пока только вот такой... если это все сделать, то явно, что этой насыпи, что планируют убрать, не хватает. Нужно во много раз больше. Вот это больше тоже стоит 40 миллионов. И так далее, и тому подобное. Я еще, будучи мэром, ну, скажем так, начал не фантазировать, я вспомнил, что когда начал еще в начале, в конце века работать в Думе, речь шла о том, что давно нужно сделать тоннель для общественного, для транспорта в районе улицы Гертрудес под железной дорогой. На сегодняшний момент там есть пешеходный тоннель. Кто не знает, можно пройти пешеходом под улицей Гертрудес. Вот если бы там сделать проезд, вы сами, ну, уважаемые радиослушатели, представляете, как улучшится сообщение. Вам не надо стоять в этих пробках, проезжая на Лачплеше, Дзирново. Это те возможные сообщения. Здесь будет гораздо лучше, и сразу же будет развиваться вот та часть Латгальского предместья. Это в районе улицы Екапилс. Католю, они сразу же начнет еще больше и больше развиваться. Католю и так далее. Там есть. Я задал вопрос, можно ли замахнуться и на это. Мне сказали, нет, не фантазируй, даже об этом не думай. Это еще дополнительные деньги. Это тогда вообще, ну, надо создать какую-то еще третью, какую-то там виртуальную очередь, запрос на эти деньги. Поэтому даже на сегодняшний день об этом фантазировать нельзя. Есть очень много, ну, заканчивая тему про Rail Baltic, да, например, нигде не запланировано в сметах перенос трассы. Только в районе, ну, так скажем, Латгальского предместья, там в районе улицы Салласпилс, перенос трассы где-то стоит порядка 10 миллионов Рига Силтумса. То же самое Рига Суданс. Они нигде не отмечены. Эти деньги, это надо брать откуда? Во-первых, непонятно, где эта тумбочка, где этим деньгам лежать. Во-вторых, ну, я думаю, что пока на сегодняшний момент все эти тумбочки пустые. Поэтому вот это очень важно. Не говоря уже о том, вот насколько я знаю, на следующей неделе, в понедельник, будет департамент развития собирать общественные организации и говорить про Пардаугаву, про Задвинье. Там очень много вопросов в организации движения,
вот в новых путепроводах, это связь Золитуда с Имантой, где очень важно, о чем мы очень много говорим, и что архиважно, чтобы нам не стоять в пробках через переезд, да, где-то в районе центра Вольво пустить этот путепровод, да, то же самое улица Лепес, тоннель, что очень важно, и много таких вот моментов, которые очень-очень важны, да, поэтому здесь очень важна позиция города, до этого, может быть, была позиция города, но я скажу честно, такая, какая-то недоверчивая, ну, пусть они делают, мы тут посидим, посмотрим, да, естественно, нужно сотрудничать, и эти деньги нужно искать всем, и это Министерство сообщения, может быть, других министерств, придумывать какие-то цели, но это европейские деньги. Да, вот вы упомянули общественный транспорт. По поводу льгот, временно администрация вроде бы обещает уже весь пакет льгот возобновить. Вот как вам все это кажется? Представляете? Не, ну, я думаю, что уже они 100% это объявили, что с 15 числа все льготы будут возвращены. Можно было и раньше, конечно. Вы знаете, ну, есть разные, есть там одна политическая партия, которая себе на этом решила делать дивиденды, которая говорит о том, что это комендантский час, и все это очень плохо. Давайте, вот я думаю, что ну, мы часто критикуем правительство, это у нас вообще модно, да, но вот все-таки у меня создалось такое ощущение, что по многим вопросам наши главные политики, я говорю сейчас о правительстве, все-таки слушались эпидемиологов. И недаром господин Перевозчиков, которого фамилию не знал никто, да, и Уго Думпес, это сейчас по всем рейтингам стали одни из самых популярных людей в стране, да. Все-таки это правильно, потому что если принимается решение, ну, как, например, у наших соседей в Беларуси у нас коронавируса нет и быть не может, и, в принципе, эта статистика непонятна, и так же, как, по-моему, я думаю, что с самого начала не оценивали результаты коронавируса, размеры эпидемии в России, и сейчас, с одной стороны, прозвучало, у них такое впечатление, что прозвучала установка, у нас вирус закончился, начали жить по-другому, да, но сегодня утром как раз слушал ваше радио, и было «Эхо Москвы», да, передача, и сообщили о количестве заболевших в России и умерших, но это еще очень большие цифры, очень большие по той же Москве, да, так что постепенно это все, постепенно ввели акции, ввели эти ограничения, ввели ограничения не сразу же, но резко, постепенно отменяли. Да, я ждал, что это будет с 9 июня. Ну, не с 9, с 15, на 6 дней позже. Но хорошо, что все это сделано. Это абсолютно правильно. Это абсолютно правильно, что пенсионеры могут ездить. Но все равно я советую, вчера я говорил и с Байбой Розентала, нашим профессором, главным врачом инфекционной больницы, она советует одевать маски. И одевать маску почему? Потому что есть люди, которые переносят коронавирус в легкой форме, без симптомов. И они сами могут не почувствовать, что они заболели, но они переносчики. И, в принципе, вы без симптомов переносите, но вы можете заразить тех людей, которые находятся в группе риска. Поэтому все равно все-таки нужно... Ну, как-то одно дело, когда мы на свежем воздухе, но все-таки в таких помещениях, замкнутых помещениях, надо все-таки стараться как-то дистанцироваться, может быть, где-то стараться избегать. И если люди, часть могут его перенести легко, этот вирус, есть люди, увы, такие есть, для которых это может сказаться очень для них тяжело и плачевно. Поэтому то, что отменили, слава богу, этим показали, что в этом не стояло никакой экономической подоплеки, только медицинская. Так что, слава богу, дорогие пенсионеры, все, вы можете ездить. Об этом мы говорили много раз с вами в этой студии. Я говорил много за последнее время с теми людьми, от кого это зависело. Решение рассказывал вам о ваших звонках, потому что я могу сказать, когда мой телефон был и здесь у вас в редакции, и в газете. Ну, объявлен, да? Объявлен. Мне Абек звонили, в вашей газете это было. Мне звонили, ну, где-то, наверное... 80-90% звонков было от людей старшего возраста по проезду. То есть это очень актуальная тема, это очень актуальная. Поэтому
Слава богу, что это произошло. К другим актуальным темам, конечно, к звонкам 6212-939, 6212-939. Работает и WhatsApp. Свой вопрос Олегу Бурову вы можете адресовать и посредством WhatsApp. Можете нам звонить, пока мы ждем звонок. Вот такой вопрос, который хотел задать. Ну вот, наверное, многие сейчас, те, кто направлялись, может быть, в сторону Юрмалы, обратили внимание, но опять очередные продолжения вот этих ремонтов по Юрмальской трассе, та, что за пределами Риги, да? Да. И там опять в одну, сделали так, в одну сторону сразу идут две полосы. Да, я проезжал, полосе, да. Вчера видел. Но мы знаем, что когда ты попадаешь на территорию Риги со стороны Юрмалы, наоборот, когда ты едешь в сторону Юрмалы, вот та часть, которая принадлежит в Риге, там ремонтов нет. Насколько это логично? Может быть, Новой Рижской Думе следует как-то запланировать, что раз та часть государства ремонтирует... Обед, да. Смотрите, да, да, все правильно. Меня в прошлом году одна из ваших коллег-журналистов задала очень критично. Меня спросила, вы видите, государство делает дорогу в Юрмалу, да. А вы что спите? Вот что вы против государства? Да. Но я хочу... На что я ей тогда ответил? Все правильно, но это делает государство... Это не делает пагост, это не делает Бабитас пагост, это они делает это... государство. Да. И почему, дойдя до границы с Ригой, у государства кончаются или деньги, или желание это ремонтировать? А потом нам говорят, а вот это вы делаете сами. Тогда, может быть, надо все-таки говорить о том, да, что это магистраль, это важная дорога, давайте мы ее дальше тоже будем делать совместно. До какой-то границы. Не там, где есть табличка Рига, но давайте ее доделаем до поворота, до Белый РБС. Да, как будто им все равно, как будут ездить даже туристы по столице, да, по столичным дорогам. Я думаю, что они сами это ездят. То есть вот мне бы очень хотелось, чтобы вот это понимание... о том, что Рига – это столица Латвии. А не отдельная страна. Это не Рига какого-то одного, второго политика. Да? Без, это никакие не громкие слова, но мы все должны понять, что без сильной Риги не будет сильной Латвии. И наоборот тоже не будет. Поэтому вот здесь этой стены, о чем я все время говорил, не должно быть между правительством и Ригой. Мы ее создавали, создавали вместе, как город, так и правительство. Такой стены не должно быть. Должен быть общий государственный подход. Вот если мы с вами потом поговорим, например, об объектах культуры, вот я могу сказать, да, Государственный художественный музей, европейские деньги, мы были заказчики, он был закончен только благодаря тому, что было европейское финансирование. Давайте примем все-таки звонок, потом продолжим. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Да. У меня такой вопрос. Вот я пенсионерка, да, и 5 лет я не использую эту карточку, проездную карточку, в связи с тем, что после тяжелой операции я не ходячая. Угу. И к врачу я должна вызвать такси, а 5 лет карточка вроде считается, что я использую, но я вот такое. Посерединка карты. Посерединка карты. Када карта, я с ней сопроту. Посерединка карты. Да, пожалуйста. Может быть, поясним. Или, по крайней мере, запишем вопрос, чтобы все-таки выяснить, потому что действительно человек не использует эту карту. Ну, может быть, действительно стоит подумать. Я понимаю, что сейчас мы это не решим. Подумать о каком-то как бы накоплении. Получается так, что карта рижанина не используется. То есть человек, ну да, 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 да. А за такси нужно платить. Ну да, да, да. Это вы стоит, знаете, подумать. Я узнаю, на да. самом деле, я эсноскай дрожь, то срлапс яутайм, эсноскай дрожь. Да. Хороший вопрос. Действительно, я думаю, что это многие интересует. Давайте примем звонок. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Я понимаю, господин Буров, что вы сейчас не у власти, и неизвестно, будете ли вы, но для того, чтобы надеюсь. Вас выбрать, вы должны все-таки ответить на некоторые вопросы рижан. Вот сейчас у меня такой вопрос. Вы как, руководили департаментом собственности, да. правильно? Да, так точно. Так, ну что-то произошло с телефоном, пытайтесь еще до нас дозваниваться, но уже после короткой паузы не переключайтесь, Олег Буров у нас в студии. Микс-ньюс. Олег Буров у нас в студии, бывший мэр Риги. Давайте, может быть, попытаемся принять звонок. Одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Добрый день, извините, мой звонок сорвался, господин Буров, но я повторю. Давайте. Да, пожалуйста. Да, значит, господин Буров был руководителем департамента... Да, 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 давайте вопрос, да.
Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, почему вы делали следующее? Очень много стоянок, очень много мест около маленьких базарчиков и других, которые вы отдали, типа Сити Парк, вот таким компаниям. Они вот как пример... Все, отвечу быстро, скажу. Ни одной такой стоянки город не отдавал, потому что эти все стоянки, о которых вы говорите, они принадлежат частным лицам. Ни одной стоянки за все время, которые были, была одна стоянка, которую мы отдали только, и там потом тот арендатор заключил, кому мы отдали договор с Европарком, это около рыбного павильона на улице Маскова, вот здесь спикер, о чем мы говорили в начале передачи. Это все частные территории. Око рынков – это частные территории. Это нет городской территории. Вот. Проблема от создания вот таких кармашек для бесплатных стоянок, она очень актуальна, но, если будем говорить объективно, очень непростая, потому что очень много частной земли. Городской земли, которая находится на внутриквартальных территориях, довольно мало. Где-то красные линии, там территории есть. Но такой план сделать максимальное количество автостоянок есть. Я его давно еще, будучи директором департамента, передавал предыдущему мэру. Там было все полностью расписано для реализации. Да. Вот спрашивает через WhatsApp о парке Эбель-Мужес. Вот пишет наша радиослушница, пишет, что в нем до сих пор нет ни одного фонаря для освещения и одна дорога, пересекающая парк. Остальное – тропинки. Я понимаю, что вы тоже сразу не ответите по поводу этого парка Эбель-Мужес. По-моему, в Зепникаунсе, да? Это в Зепникаунсе. То есть речь идет о... Извините, я отвлекся. Речь идет о парке, да. О тропинках и об освещении. Да. Вы знаете, я посмотрю... Это вопрос конечно, исполнительной дирекции. Такого, как статуса парка у этой Мужи нету, да. Но, в принципе, вот то, о чем я говорил, когда стал вице-мэром и потом мэром, что нам нужно создать программу по приведению парков Риги и скверов в порядок. По типу того, что я с коллегами делал по школам. Когда вот была такая программа, и, например, программа меняли окна, там, канализация, утепляли фасады, делали территории, игровые площадки. И на однотипные работы брусчатку, там, заборы меняли. Было выделено. Выделялись деньги. Мне кажется, и это я сказал, дал поручение департаменту жилища и среды, они сделали такое техническое обследование по всем паркам, где разделили, кому нужно освещение, кому нужны дорожки, кому нужны скамейки, кому нужно какие-то отдельные, ну вот, лабьекартошенос элементы, да, это что значит? Да. Это детские игровые площадки, а где-то ребята, молодежь, подростки, которые, например, занимаются, у которых там скейтборд и все это, они хотят вот просто какой-то кусок бетона, на который они могут запрыгнуть, кататься, чтобы они для этого не использовали то, что не надо, как, например, они катаются, где вот этот стеклянный атрий около художественного музея, или как в самом начале было, покушались на памятник Калпаку, да, он очень там такой интересный, вот, или около памятника Райниса. Поэтому вот такие вещи. Есть много таких моментов. Абсолютно мелочь. Но вот я на самом деле до этого не понимал, и когда стал мэром, просил исполнительного директора это сделать, ну, увы, все это не успели, но обязательно сделаем потом. Урны, мусорники в парках. Ну, посмотрите, они такие большие или бетонные конструкции, но они свободны. Туда подлетают птицы, клюют весь этот мусор. Этот мусор от этих птиц разводится, разносится по всему парку. Да. И, например, у нас красивейший парк около оперы, и ты вечером проходишь, ты видишь, как везде валяется этот мусор. И такие же мусорники, неудачные на стоянках, остановках общественного транспорта. Очень неудачные. И последнее, что я хочу сказать, очень плохие мусорники, вот, которые прикреплены фасадом домов, вот это типовое решение, такие коричневые, которые все время открываются, и вот там болтается этот мешок, в котором лежит этот мусор. Это все крайне неудобно, поэтому нужно что? Нужно просто разработать дизайн, определенную конструкцию этого мусорника, чтобы все на самом деле вот это было запланировано, не было вот таких вещей, и
решить, принять с айстушей нотайком обязательные правила, что именно такая форма мусорника для всех обязательна. Да? Вот должен быть такой ряд. Поэтому такая программа по паркам должна быть. Да? В данном случае я считаю, что тут то, что включить не парки, вы абсолютно правы, скверы и вот такие территории, как Мунжа, потому что ну, парка такого у Зепной Колца нет, эта территория очень посещаемая, она хорошая. Да, еще один звонок. Добрый день, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. Да, я бы хотел Олегу Бурову задать один такой вопрос, да, семейный. Вот, как-то на Фейсбук я прочитал высказывание его дочки, вот, что русские вы тут надоели. Нет, чемодан, такого не было. Чемодан. Не было. Как это не было? Не было, если не было. Лицо, если вас не зовут Дэги Караев, такого не было. Я сейчас объясню, что сказала моя дочка. Я сейчас объясню. Вот, я вам скажу это как... Папа Инны Буровой. Угу. Моя дочка вошла в одну дискуссию с одними, ну, сейчас подбираю слова, ну, скажем так, дамами. Оппонентами. Оппонентами нашего государства, которые начали говорить, зачем этот латышский язык, зачем это Латвия, зачем нам это учить. Эти фразы мы с вами слышим много раз. Им нам не нужен ваш язык. Вот, да, моя дочка работает в Рижской классической гимназии, которая является билингвальной, и получала призы на европейском уровне, где свободно изучают и учат как латышский, кроме, конечно, родного русского, так и испанский, английский, немецкий, французский, разные языки. Это очень популярная школа, самая большая школа в Латвии, одна из лучших в Латвии, в которую стоят очереди из нас, из русских родителей. Да? И на все эти очень унизительные, унижающие ответы, да, она ответила, не нравится вам. И она ответила фразу, которая не была удачной, чемодан, вокзал, Россия. Она это сказала. Она об этом очень сожалеет. Я ей тоже сказал, она взрослый человек. Это было неправильно. Не нужно ей было унижаться до уровня этих людей. Эти люди ее спровоцировали. Ну, что сделать? Ну, познакомилась она с черным пиаром. Потом определенными лицами эта фраза была обведена, сделана и тиражируется. Поэтому у вас нет никакого права, господин, говорить в том, что моя дочка, русская по национальности, кого-то не любит или ненавидит. Про меня тоже говорят. Из-за того, что я сказал, что я дистанцируюсь от рекламы определенной партии 9 мая, а я хожу на другие могилы, на могилы своих родственников, мне тоже сказали, что я против 9 мая и ненавижу русских. Не надо врать. Это просто те люди, которые делят все примитивно на русских и латышей, которые не хотят то, чтобы наша страна менялась, и не хотят, чтобы наша страна была дружественной. И заканчивая эту тему, извините, я тоже сейчас был эмоциональный, я хочу сказать одно. Я всегда считал и считаю, что не надо делить на национальности, а национальности мы делим, и делят радикальные партии, как с одной, так и с другой стороны. И мы с вами сейчас будем говорить до конца этого эфира о хозяйстве, о хозяйственных вопросах. Я хочу сказать, что в ямы в городе попадают все, вне зависимости от национальности. Прямо сегодня. И Ригас Намупарвалднекс с его консультантами, в основном, кстати, русскими по национальности, которые там были в Ригас Атексме, от известной вам партии за большие деньги в месяц, да, вот это все за счет нас, налогоплательщиков, вне зависимости от национальности. И закрытый Брасовский мост, мы в пробках стоим, тоже вне зависимости от национальности. И в то же самое время, вот заканчивая это все, я хочу сказать, что Рига всегда и во времена царской России всегда славилась, и во времена Латвии, в латвийское время, всегда славилась своим мультинациональным городом, своими мультинациональными традициями. Посмотрите на тот же театр русской драмы, на объект, который я восстанавливал, я всегда могу этим гордиться. Посмотрите, что там
сделал театр, бывший директор театра Эдуард Цеховал, вся труппа, да, посмотрите, туда приходят и латыши, и русские, там никто никого не делит, это очень популярный театр, вот она, настоящая интеграция. Да, возвращаясь вот к делам хозяйственных, о которых вы говорили, очень много вопросов. Есть ли возможность борьбы с чайками на крышах в микрорайонах? Потому что мы говорили, да, мы говорили о чайках, которая разносит мусор, да, но вот многих я взлетели мыши над мусорниками. Да, а это очень большая проблема. Досаждают. Потому что на самом деле это досаждают. Кроме того, зачастую портится и мягкое покрытие от птиц крыши. Ну, что делать? Есть, конечно, можно договориться или через НАМУ Парвалднекс, или обслуживающая организация, можно как-то договориться, ставить специальные устройства, которые стоят в аэропорту на территории, на которые отгоняют птиц. Специально определенные волны, определенной частоты, они отгоняют птиц. Для человека они не страшны, ну, не знаю, это стоит определенных денег, нужно это или нет, надо смотреть. Но все зависит от среды, чем будет чище город, чем мы больше будем убирать. И здесь вот, вот одна вещь, которую я хотел сказать. Вот давайте не будем разделять людей по национальности, а будем в городе разделять только мусор. А разделение мусора для Риги очень важно. Очень важно и звонки по трем линиям. Давайте. Аж сколько успеем, примем. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Господин Буров, хотел вас поблагодарить от лица жителей Риги за то, что при вас и благодаря вам очень много в центре реновировано фасадов. То есть Рижская дума благодаря вам дает софинансирование на реконструкцию. Спасибо большое. На самом деле, это интересный проект. Это даже вот мои оппоненты в свое время говорили, что это тот проект, один из самых удачных, когда пришли вот в состав депутатов в 2017 году, они говорили, что это тот проект, которым можно гордиться. На самом деле, это успешно. Вот это тот пример, который нам нужно развивать. Когда Рижская дума дает, ну, там, 50% или 20 тысяч, а вы делаете все остальное. Вот главное стимулировать. И та повышенная ставка на налог, которую мы собираем, она абсолютно возвращается обратно вам на утепление фасадов и на льготы по налогам. Спасибо. Да, уважаемый Олег Булов, слушали, ну, коротко, наверное, ответим. Давай. О безумной свалке на улице Тирума и Казденгас в Зепникаунсе. Там какая-то свалка, ну, понятно, что сразу нельзя будет ответить. Ну, сейчас запишу, да, после эфира запишу, узнаю. В свое время такая свалка была стихийная, создана на территории, которую обслуживает Рига Смежа, просто туда приезжали и сваливали мусор. Я планировал тогда в бюджете, запланировали деньги, 300 тысяч евро на ликвидацию таких стихийных свалок. Увы, администраторы Рижской думы эти деньги вычеркнули. В принципе, я думаю, что их нужно быть, потому что не так это просто дешево вывести. Главное, весь этот вывоз – это те деньги, которые нужно платить за вывоз мусора Гетлине. Еще один звонок примем. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, господин Воров, ведущий, господин. Я прошлую пятницу задавала вопрос насчет остановки Бебернес по улице Бикернику. Я бы хотела. Да, я помню. Мне не успели дать ответ. Я вот буквально шел по пути к вам на студию. Если можно. Перешлите мне свой телефон смс-кой. Запишите 29-25-44-99. Это мой мобильный телефон. 29-25-44-99, да. Спасибо большое. И давайте тогда созвонимся и решим. Я разберусь. Давайте тогда отзвоните мне, дайте, как вас зовут, ваш телефон, все, разберемся. Спасибо. Да, спасибо. Ну что? Успеем еще один звонок? Успеем звукорежиссер успеем, говорит. Будем быстро слушать, да, быстро отвечать. Добрый день, слушаем вас. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Очень большим прониклось уважением к Борову, слушая все передачи. Действительно, человек, который может разобраться, помочь людям, рижанам. У нас граждан Кенгаракса района Яни-Варта, остановка, перенесли остановку на 200 метров примерно назад.
Хотя тут было вначале продумано все, и ясли, и садики, и зебра, и светофор. Все было сделано так, удобно для нас. И оборудование для остановки, навес, скамеечка, асфальтик. Теперь мы по грязи идем, стоим под дождем. Ладно, перенесли. Но куда уехало наше оборудование с остановки? Вот даже такой вопрос спросить. Где оно, хорошее оборудование? И остановка нас это не устраивает. Как называется правильная остановка? Я не в Арте, да? Я не в Арте. Это остановка, там что у вас идет? Там троллейбус, да? Троллейбус, я так понимаю, да. Уже радиослушница отключилась, но, видимо, троллейбус, я не в Арте. На 200 метров перенесли остановку. Казалось бы, не так много, но вообще не так далеко, но для людей это неудобство. Чтобы не было такого, что ее перенесли согласно просьбе других жителей рижан, да, которые живут рядом, и все. Зачастую так бывает. Я узнаю, в Рига Сатексме, В чем причина, почему перенесли? Да, наша радиослушательница, все-таки тоже себе запишите по поводу Эбель-Мужес. Это у меня записано, потому что там уже, ну, она оппонирует, что все-таки это парк по всем признакам. Но дело-то не в том, как назвать, дело в том, чтобы действительно реально эта проблема была решена. Ну, понимаете, это вообще это вопрос о парках, это давайте это отдельный разговор. Мы с вами сегодня уже, у нас время заканчивается, мы не успели проговорить про межапарк. Это то, что было сдано, ну, было сдано в конце мая в эксплуатацию, но на этой неделе красиво было сделано, открытие. Да. Я вас призываю, если есть время, приглашаю пойти погулять, вы увидите хотя бы через забор в отдалении. Но вообще-то я подумаю... Вообще-то мне пришла в голову идея, может быть, поговорю с Ригас Межи, чтобы мы сделали какой-то день открытых дверей и показать, если можно, эту всю территорию. Ну, как мы, я не работаю в доме, но неважно, кто будет показывать, может быть, на самом деле это можно будет сделать, потому что это интересный проект. Мы можем все гордиться. Да, Олег Буров у нас был в студии, сразу приносим извинения тем радиослушателям. Я вижу, звонят опять по двум линиям, чьи звонки мы не успели принять. Встретимся через неделю, я надеюсь, в это же время обязательно ответим на вопросы. Все, что вот было задано, Олег Буров записал. И попытаемся ответить, насколько это возможно. Спасибо. Спасибо вам.